CF Moto X5 и CF Moto X8. В последнее время мне что-то везет получить сразу парочку экспонатов, чтобы их сравнить. Вот сегодня мы постараемся их сравнить для того, чтобы кто-нибудь из вас понял для себя, что ему лучше будет купить. Корни основания этой компании уходят в далекий 1989 год. Представляете, как это давно было? И все начиналось с обычной ремонтной мастерской, которая постепенно переросла в завод, который начал изначально производить двигатели, потом стал делать мотоциклы, даже не скутеры. И они ориентировались в первую очередь на экспорт. И это, пожалуй, первый Китай, который не вызывает отвращения. Причем даже у меня, вот такого нелюбителя китайской техники, потому что вы сами знаете, с чего все начиналось и как это все выглядело. И вот, что касается CF Moto, я уже поковырялся и в этом, и в том, и я вам скажу, что это действительно техника, которая уже заслуживает как внимания, так и уважения, поскольку владельцы этой фирмы всерьез задумались над тем, чтобы изготавливать действительно качественный, хороший продукт. И вот это вот как раз воплощение этого качественного, хорошего продукта. Чтобы вы понимали, для того, чтобы купить в России вот эту технику новой салона, нужно всего лишь желание и деньги. И порой доходит все даже до смешного. То есть вы просто звоните в любой дилерский центр, говорите, что я хочу, к примеру, квадроцикл. И вам этот квадроцикл бесплатно доставят в любую точку страны. И на него будет гарантия 2 года. Полная гарантия. Но сейчас поговорим не об этом. Это так, просто краткое отступление, чтобы вы понимали, насколько всерьез люди хотят дать обществу хорошие вещи. И вот, в частности, сегодня мы будем сравнивать X5 с X8 и вкратце пробежимся по техническим параметрам. Самое забавное, на чем я сразу хочу акцентировать внимание, это то, что при видимой разнице в размере, то есть этот сильно кажется меньше. И кажется, и он ощущается под тобой меньше. У них разница всего 30 килограммов в весе. При том, что здесь 500 кубов и один цилиндр, а здесь 800 кубов и 2 цилиндра V-образного расположения. Самый первый CF Moto X5 увидел свет в 2009 году, а самый первый X8 появился аж в 2012 году. Поэтому, собственно, мы и так мало знаем про них, но уже не успели себя зарекомендовать на фоне таких зверей, как БРП и все остальное. Я вам скажу, что огромная разница все-таки в цене, и тем не менее они не сильно отстают от брендовых своих конкурентов. Это у нас оба практически полностью стоковых экспоната. Здесь нет никакой подготовки, ничего, поскольку у нас в Крыму не такая суровая, в общем-то, действительность, как на континенте, там, где люди заезжают по сиденье в какое-нибудь болото и пытаются из него выбраться. То есть можно увидеть, что абсолютно стандартные колеса у них, стандартная резина, колесные диски. Все как есть. И при этом всем у них на борту уже достаточно солидный арсенал возможностей. То есть вы уже видели, в общем-то, все, что мы вам хотели показать. Эта техника способна уже на многое прямо из коробки. Блокировки. У них отключаемый передний привод, у них включается блокировка межосевая. К сожалению, межколесная есть только сзади, и она не отключаема ни на этом, ни на том. Поэтому есть определенные трудности во время езды по городу, по асфальту, когда вы заходите в поворот. Но с этим, в принципе, можно смириться. Здесь у нас на борту 38 сил, здесь 63. 63 силы. Это практически столько же, сколько было в «Жигуле» в свое время, прямо из завода. И я вам скажу, что вот эта вот штука очень дерзкая. Здесь есть ESP, электроусилитель руля. Его можно, в принципе, если нагнуться, то даже увидеть. Если вам показать, в принципе, как это работает, достаточно интересно. То есть вот здесь сейчас он заглушен, и для того, чтобы повернуть руля, нужно прикладывать достаточно большое усилие. Но стоит его только завести, смотрите. Один палец. Но если вы его заглушите, палец вы уже сломаете. Здесь, к сожалению, нету электроусилителя руля. Есть, опять же, комплектации, где он установлен. Можно его отдельно докупить, как и целую кучу всяких разных опций. Также точно, в общем-то, можно докупить задний кофр и очень много всяких плюшек на этот квадроцикл, начиная, допустим, с модной подвески, серьезной резины, которая будет сильно выше профилем, чем стандартная, но при этом все равно из коробки он может много. Если у вас нету каких-то серьезных претензий к квадроциклу, и если у вас какие-то задачи достаточно заурядные, к примеру, там,
ездить где-то по проселку, если вы какой-нибудь лесник, то и тот, и этот подойдет. Насколько сильно они отличаются, сложно вам объяснить. Буквально на пальцах, потому что они разные совсем. Если вот этот вот аппарат взять, то он очень дерзко смотрится на дороге, особенно когда вы где-нибудь агрессивно едете на нем и объезжаете препятствия. Он выглядит как какой-то серьезный опасный спорткар. Этот более лайтовый, он чувствуется гораздо более простым, ему явно не хватает мощности. Опять же, если у вас есть какие-то амбиции, то я думаю, что X5 версия вам не подойдет. Он хорош, он очень много может, но он не такой резкий и быстрый, как, к примеру, вот этот. Этим можно спахать даже асфальт. У нас, к сожалению, тут уже не осталось лебедки, потому что история у этого квадроцикла тоже достаточно веселая. Его и топили, и все что угодно с ним делали. И, в общем-то, лебедка благополучно скончалась, потому что никто не соизволил в свое время ее проревизировать, разобрать, помазать, высушить и собрать обратно. Поэтому, собственно, она, грубо говоря, скончалась. Лебедки, кстати, идут уже прямо не опционально, а в базе. То есть вы покупаете квадроцикл, у вас уже есть лебедка. То есть вот здесь она есть, есть пульт, все как полагается. У вас есть, тут есть кнопочки. Можно, опять же, лебедки докупать всякие с дистанционным приводом. Но это уже отдельный разговор. Что у этого, все верхние рычаги алюминиевые. Нижние рычаги металлические, но я думаю, это все обусловлено тем, что они больше нагружены и больше подвержены каким-то механическим повреждениям. Потому что если будет стоять алюминий, я так думаю, это сугубо мое личное мнение, то есть больше вероятность где-то это все дело отломать, отбить. Наличие электроусилителя руля создает офигенную иллюзию того, что этот квадроцикл легче и проще в управлении. То есть вот здесь есть электроусилитель, здесь его нету. И когда проедешься на вот этой 500-ке, кажется, что она вообще невесомая. Весит она где-то, ну, кажется, что весит где-то 200 кг, не больше. И ты едешь хоть один, хоть вдвоем, очень легко маневрировать на нем. То есть обижать кочки, разворачиваться на месте, даже при включенной блокировке все равно это все делать сильно проще. Когда ты пересаживаешься на 800-ку, и у тебя здесь нету электроусилителя руля, с этой штукой реально надо бороться. Потому что, когда вы едете по неровностям или тоже, опять же, где-то активно маневрируете, руль выбить из рук может вообще запросто. То есть нужна серьезная физподготовка. Если вы были не готовы к какой-то кочке, и вы где-то ее проморгали, железобетонно, вы будете отдельно, а квадроцикл отдельно. Здесь этого, в общем-то, может не произойти. Усилитель руля сильно помогает. Поэтому я всем настоятельно рекомендую все-таки выбирать модификацию с усилителем руля. Она реально добавляет комфорта. Есть вот такая вот защита рук, причем она и здесь есть, только есть одно небольшое но, что здесь это обычный пластик не армированный, видите, как играет. Причем это все здесь такое вот достаточно просто закреплено, и оно отстегивается. То есть его можно взять, выдернуть, если сильно захотеть. Здесь на пятерке уже алюминиевая защита стоит под низом. И у нас здесь защита рук выполняет уже как бы двойную функцию. Как бы первая функция — это тот факт, что вы когда едете на больших скоростях и покрываете большие расстояния, у вас защищены руки от набегающего потока, потому что, как правило, они очень сильно популярны в средней полосе России, и там, где далеко не всегда бывает тепло, и преимущественно температура где-то колеблется в районе нуля. Ну а здесь уже помимо того, что у вас руки защищены, у вас плюс ко всему еще и они защищены от всяких механических повреждений и от веток. То есть здесь защита гораздо более развита. Опять же, смотрите, вот опции. Это уже я оставил по просьбе клиента. Ну, известная проблема любого квадроцикла — это то, что у него, в общем-то, колесо торчит чуть-чуть дальше, чем есть крылья. То есть когда вы где-то заезжаете в какую-нибудь лужу серьезную или пытаетесь атаковать какой-то брод и так далее, у вас грязь будет буквально на ушах. Поэтому здесь уже установлены вот такие резиновые отбойники, которые серьезно расширяют арку. Опять же, это все сделано для того, чтобы ехать комфортно. То есть люди не собираются ездить ни на какие соревнования и так далее. То есть им нужно поехать куда-то в лес, возможно, вдвоем, отдохнуть и вернуться чистыми. Для тех, у кого эта задача не стоит, в общем-то, эта опция не так уж и нужна. Есть еще у 500-ки классная опция. Я не знаю, можно ли вообще это все провернуть. А ну, подожди. Вот мне любопытно. Так, давайте включим зажигание. Я включил. А-а-а! Можно ли завести одноствол 500 кубов шморгалкой? Наверное, нет. Не знаю, для кого это сделано.
Но я точно это не заведу. И, в общем-то, даже, наверное, хорошо, что на 800-ке вот такой вот шморгалки нету, да и не мудрено, потому что 800 кубов шнурком провернуть вряд ли получится. Но он там есть, как вы видите. Я не знаю, есть ли там пусковой декомпрессор, я думаю, что он там есть. Но если сел аккумулятор, вы должны очень сильно хотеть это завести. И вы не должны быть таким дрыщом, как я. Вы знаете, после всяких китайских квадроциклов, какого бы они объема ни были, ну, я имею в виду всякие no-name китайские квадроциклы, я их люблю называть поделки. Когда садишься на вот такую технику или на вот такую технику, первое, это чему ты удивляешься, это насколько классно работает подвеска. Она действительно классно работает. То есть ты привык, что ты вот где-то здесь, к примеру, ехал, и тебя трясло так, что аж пломбы из зубов вываливались. Когда ты садишься на CF-ку, ты едешь по той же самой дороге, и ты думаешь, а где все ямы вообще, куда они все делись, почему так едется хорошо? И это действительно так. Есть один серьезный минус у любого CF-мото, это вот X5, X8 и так далее, это в частности по подвеске. Они почему-то с завода устанавливают вместо сайлентблоков на все абсолютно амортизаторы ШС-ки, шарнирные соединения, которые закрывают пыльниками. И эти пыльники, я вам скажу, что вот, к примеру, на этом X5 он совершенно новый. Вы, наверное, видите, да? На нем еще ни одной царапины. Он еще не видел грязи, он, как говорится, еще целочка. Но вот я уже разбирал амортизаторы, доставал эти ШС-ки для того, чтобы обслужить, вынимал эти пыльники, и пыльники эти резиновые, они уже потресканы. Вот здесь косяк. То есть вот с резиной у них до сих пор не получается. Не знаю почему, но это факт. Но есть определенное решение этой проблемы. И все опытные квадроциклисты ее знают. Есть специальные сайлентблоки, которые устанавливаются вместо шарнирных соединений. Причем сайлентблок, его даже, наверное, не назвать сайлентблоком полноценным, потому что любой сайлентблок – это от слова silence, тишина. И там используется, как правило, либо полиуретан, либо какая-то серьезная резина. Но на сайлентблоках, которые устанавливаются сюда, используется капролактам или что-то подобное полиамиду. То есть это такая стальная гильза внутри, а поверх этой стальной гильзы одевается такое черное кольцо. Все это дело запрессовывается в амортизатор и, говорят, ходит просто вечно. Так вот, если все оставить как есть, ну, я имею в виду, в частности, подвеску, я вам скажу, что вот эта вот штука скрипела так, что его еще не видно, но его уже слышно. После этого мы, в общем-то, все это дело разобрали, пофиксили. И, опять же, в отсутствие вот этих вот хитрых сайлентблоков пришлось установить пресс-масленки в каждый амортизатор, вверх-вниз. И все реально стало сильно лучше. Здесь сделано то же самое. Но, опять же, не составит абсолютно труда заменить на сайлентблоки и ездить, радоваться жизни, если вы лишний раз не хотите туда лазить. По надежности я мало могу вам рассказать, но хочу сказать только лишь одно, что я видел огромное количество видео, где люди залазят по самое сиденье в воду на вот этих вот квадроциклах абсолютно без подготовки. Ну, может быть, не по самое сиденье, где-то вот так, и все это благополучно работает. Это уже о многом говорит, между прочим, потому что сделать хорошее герметичное соединение на проводке так, чтобы все это дело не нахваталось воды, не замкнуло и не заглохло, это всерьез большое дело. И здесь вот CF-мото удалось это сделать. Очень надежная техника. Как бы странно это ни звучало, несмотря на то, что это все, в общем-то, родом из Китая. И очень часто на фоне всяких, опять же, брендовых бомбардиров, БРП, Ямах, Кавасак, у которых там ценники миллионы выше, рядом точно так же тусят вот эти вот все китайские квадроциклы, которые на равных вместе с ними преодолевают препятствия, поскольку здесь в арсенале, я уже говорил, очень много чего есть. Так, что же у них тут такого прямо есть? Ну, во-первых, здесь у нас, как вы видите, обилие кнопок, в отличие от любого мотоцикла или какого-нибудь простенького квадроцикла. Первая кнопка стартера. У нас есть в базе уже указатели поворотников, что очень сильно облегчает, в общем-то, движение по дорогам общего пользования. Не надо вертеть головой, махать руками, показывать, что вы собираетесь сделать. То есть все здесь есть. Стоп-сигнал, ближний и дальний свет. То есть вот у нас здесь выключение, потом габаритный огонь. Вот так вот у нас ближний, так вот дальний. У нас даже есть кнопка поморгать дальним. Кнопка аварийки. Кнопка стоп-двигатель. Сигнал и вот этот самый веселый, самый интересный пульт. Здесь сейчас покажу. Вот у нас здесь есть ключик. Так, мы выключили свет, чтобы это все дело не моргало. Итак,
Вот так вот у нас 4 ВД. Вот так вот у нас 2 ВД. Если этого мало, вы нажимаете кнопку, включается полный привод, переводите флажок в правую сторону, отжимаете вот эту кнопку, и у вас еще блокируется дифференциал между осями. И все. Вот это уже неостановимая сила. И если этого мало, то следующее, что вам нужно сделать, это нажать педаль тормоза ногой, перевести селектор от себя до упора вперед. Все, у вас включена понижайка, у вас включен передний и задний мост, у вас включены все блокировки, и вы, я думаю, железобетона сможете выехать практически отовсюду. Но если только вы конкретно как-то не начудили, и у вас, к примеру, квадроцикл не лежит где-нибудь на дне брюхом на камнях, и все колеса висят в воздухе, тогда вам поможет только лебедка, которой здесь, к сожалению, уже нету, я уже говорил. Но если она еще есть и она жива, то все равно не все потеряно. Здесь у вас абсолютно то же самое по пультам, то есть у вас здесь есть датчик уровня бака, одометр, трипметр на одной шкале, который можно переключать. Так, подожди, какой? Левый. Трип-1. Даже обороты можно посмотреть. Сколько вольт у вас сейчас на аккумуляторе. Температура двигателя, часики и достаточно большой дисплей скорости. Причем, я не знаю вообще, зачем он нужен на квадроцикле, поскольку X5 разгоняется максимум до 90 км в час, а X8 максимум до 105. Так что максималка у них небольшая. Не мудрено. Огромный вес, 4 больших колеса, которые, собственно, и ни черта не шоссейные. Все это дело нужно приводить в движение и расходовать огромное количество сил. Да и, в принципе, это не спортивный квадроцикл, на котором стоит носиться на огромных скоростях. И, поверьте мне, этой скорости, я думаю, будет достаточно. По верхним индикаторам. Слева направо по порядку. Левый указатель поворота, габаритные огни, дальний свет, индикатор понижающей передачи, индикатор повышенной передачи, нейтраль, задние, паркинг. А потом индикатор ошибки топливной системы, индикатор общей ошибки и указатель правого поворота. Вот так вот. Даже есть прикуриватель. Вот, смотрите. Достаточно простой, да, сюда нужно всовывать какой-нибудь преобразователь для того, чтобы зарядить телефон, но он здесь есть. И он здесь сделан герметичным, причем с двойной защитой. То есть у вас наружный воротник герметичный и внутренний воротник тоже герметичный. Я думаю, что утопить эту штуку будет крайне сложно. Еще хочу остановиться немножко, в частности, на селекторе переключения передач. Именно на X5, потому что на X8 вообще претензий к переключению вообще никаких нет. А вот здесь из-за особенностей конструкции вот этой вот всей штуки, в частности, переключаться между реверсом и форвардом, ну, это хай передача у нас, не всегда получается. Не знаю, почему так происходит, но почему-то вот в самый нужный момент все это дело заедает именно вот в этом положении. То есть вы с реверса не можете перейти на нейтраль. Приходится дергать рычаг, как умалишенному. Возможно, это проблема с конкретно этим квадроциклом, но досаждает очень сильно, когда нужно оперативно как-то маневрировать перед-зад. Вообще неудобно, абсолютно. На X8 гораздо лучше все сделано, там боковая кнопка, вы ее нажимаете, и селектор совершенно беспрепятственно переключается в любую передачу, в любой режим, причем это все происходит очень быстро. Здесь нет. Как же работают тормоза здесь? То есть у вас есть под правой ногой рычаг, и под правой рукой тоже есть рычаг. Тормоза здесь хоть и двухконтурные, но работают очень интересно. То есть, в частности, когда вы нажимаете ногой на тормоз, вы тормозите всеми четырьмя колесами. Когда вы нажимаете на правый рычаг, вы тормозите только передом. Так сделано. Левого рычага здесь нету. Но на X8 еще есть левый рычаг. Здесь, в принципе, все то же самое, что я говорил, но есть еще вот он, волшебный рычаг. И самое забавное, что он механический. И вот когда вы им пользуетесь, вы тормозите исключительно задней осью. И еще хочу сказать, что здесь не так, как впереди, два диска на каждое колесо, ну, в смысле, по диску на каждое колесо. Здесь тормоз трансмиссионный, то есть у вас стоит один единственный диск, поскольку у вас дифференциал не разрезной. У вас задние колеса всегда крутятся вместе с одинаковой скоростью. После дифференциала впереди стоит тормозной диск, и на нем стоит суппорт. Таким образом производится торможение задней оси. Что здесь, что здесь. Трансмиссия у нас здесь вариатор. Что здесь, то есть никаких там автоматических коробок, никакой механики, ничего, просто обычный вариатор, все как у всех, без всякого электронного управления, там стоят ролики, там стоит резиновый ремень, и все это, в принципе, достаточно просто устроено, и обслуживать это сможет любой человек с необходимым минимумом инструментов. Но, опять же, понадобится там какой-никакой пневмогайковерт и соответствующего размера головки, но это уже
отхождение от темы. Сижу, смотрю, и вот знаете, самое интересное, что архитектурно они очень разные, несмотря на то, что плюс-минус они одинаковые, поскольку это все один и тот же бренд. Может быть, у них там есть какие-то похожие узлы, но вот, к примеру, даже если посмотреть на корму обоих, то у этого здесь сзади у нас бензобак. Это у нас X8. А у X5 здесь бардачок. А бензобак находится впереди. И несмотря на то, что это все близкие братья, это все один и тот же бренд, но сделано это все совершенно по-разному. Одно лишь только хочу сказать, что у них, по-моему, лично, по моему сугубо личному имху, амортизаторы стоят одинаковые. И да, кстати, вот насчет веса. Я вам говорил, что разница у них 30 килограммов всего. Так вот, у этого, ну, по разным источникам разные цифры, но у этого 405 заявлено, это на официальном сайте, а у этого 376. При том, что они сильно, сильно внешне разные, при том, что этот кажется меньше, и база у него уже, и, по-моему, даже короче, и двигатель меньше, и у него один ствол, и у него 500 кубов, и так далее, и тому подобное. Всего 30 килограммов разница, представьте себе. И при этом здесь 38 сил, а здесь 63, и все равно этот достаточно неплохо справляется, хоть и сильно отстает по динамике от своего старшего брата. Потому что если заговаривать об управляемости и о дерзкости, то вот этим квадроциклом сможет управлять даже ребенок. Несмотря на то, что он достаточно резко трогается, когда вы добавляете газ, поскольку здесь газ курковой, что здесь, то есть нету классической ручки газа для некоторых, кто не в курсе. Поэтому тронуться на этой технике плавно, очень сложно. То есть нужно хорошо чувствовать двигатель. Он достаточно сильно дергается с места. Так вот, этот, скажем так, достаточно плюшевый квадроцикл, и он бы, наверное, хорошо подошел бы для сельской местности и для не сильно амбициозных задач. К примеру, можно легко сюда зацепить прицепное устройство, вот такое вот, как здесь, видите, оно быстросъемное. Стоит на шпленте обычный шар, то есть цепляйте прицеп и погнали. Вы уже видели в нашем сюжете, что этой штукой, причем даже 500-кой, можно запросто вытащить машину, если она села где-то в песке или в грязи. Про 800-ку я вообще молчу, она вытащит даже КамАЗ с прицепом, если ей хватит весовой категории, то есть если его нагрузить, я думаю, он вытащит. То вот эта вот штука, я уже говорил о том, что здесь все просто, и он как бы даже и не располагает на какую-то дерзкую езду, просто на нем хочется плавненько кататься, то вот эта вот штука, она реально опасная. Вот я вам всерьез говорю. Возможно, для некоторых, кто уже искушен, это сейчас покажется смешным, потому что вы уже, конечно же, пробовали какую-то более серьезную технику, которая еще мощнее, еще быстрее, еще более сложная в управлении, но тем не менее, даже для неопытного ездока, который никогда не ездил на квадроцикле, и он думает, что это то же самое, что машина, только без крыши, я вас хочу разубедить, потому что эта штука переворачивается гораздо проще, чем машина, потому что у вас центр тяжести находится очень сильно выше. И если вы что-то сделали не так, то вы запросто можете оказаться под квадроциклом, а не на нем. И мы уже... Да, Саш? Мы уже с Сашей убедились в этом очень быстро. То есть с ними надо быть внимательными, действительно. То есть смещать корпус в сторону поворота и так далее. И лишний раз с ними не шутить. Вот эта штука может вас убить, если у вас нет экипировки. Я бы мог вам еще целых полтора часа рассказывать о всяких технических параметрах, типа ходов подвесок, высоты по седлу, объем бака. Но это все вы можете и так, в принципе, в интернете легко найти. Самое главное, это рассказать потенциальному покупателю, либо тому, кто пока еще только задумывается над покупкой такой техники, это что вы получаете за 300 тысяч рублей, в частности, да. То есть это 300 и это 300 на вторичке. И что вам дальше с этим делать? Потому что если вы не готовы к этой технике, я вам серьезно говорю, что вы можете наделать делов не только с собой, но и с окружающими. Поэтому вам важно понимать, что вам лучше купить для себя, 800 кубов или 500 кубов. Надеюсь, я более-менее раскрыл эту тему для вас. И вы теперь понимаете, что вот эта штука достаточно серьезная. А эта штука может подойти практически к любому начинающему ездоку. И что касается поддержки, вот здесь самый главный момент. В отличие от большинства китайской техники, когда вы покупаете продукцию CF Moto, и причем это не реклама, я вам говорю, как есть, у них
очень серьезная поддержка. То есть, если у вас что-то случилось с этим квадроциклом, вы можете совершенно спокойно, находясь в России, купить все, что угодно на него. Начиная с допов, которые вы можете покупать или не покупать, заканчивая серьезными деталями, которые вы вынуждены покупать, если у вас что-то случилось, и случай не гарантийный. Так вот, вот эта техника зарекомендовала себя очень хорошо именно в этом аспекте. И рекомендовать или не рекомендовать вам ее, я все-таки, думаю, выберу первое. То есть, если вы надумали брать китайский квадроцикл, который позволит вам сэкономить энную сумму денег по сравнению с какими-нибудь брендами, то это лучший выбор. Реально лучший выбор. Поскольку я еще не слышал ни одной какой-то такой серьезной негативной истории по поводу надежности этих квадратов. У любого квадрата есть болячки, это бесспорно. Причем это касается не только какого-нибудь китайского ноунейма, но и серьезных брендов, которые стоят от миллиона и выше. Но все эти болячки, как правило, стандартные, как для этих квадратов, так и для более серьезных. Это подвеска. Это предел прочности квадроцикла, когда он летит кубарем с высоты 18 метров, но это уже, вы понимаете, форс-мажор. В остальном техника себя зарекомендовала очень хорошо. И здесь ни дать ни взять. На этой хорошей ноте постараюсь закончить. С вами был Евгений Матвеев, это была мастерская Pit Stop. Подписывайтесь, оценивайте. Надеюсь, это было полезно для вас. Всем пока.